Мы находимся в пригороде Окутама. В 2 часах езды на поезде от Токио. Город окружен горами. Здесь горные реки. Много всяких хайкинг-трейлов. Горные тропы для тех, кто любит горные прогулки. Гора Митаки находится здесь недалеко, вон за теми горами Митаки. Но наш изначальный план был погулять по горам и прийти искупаться в реке, но мы решили от этой затеи отказаться, потому что очень жарко сейчас, поэтому мы пришли вот в такое место. Да, мы решили отказаться от хайкинга, от прогулок по горам, и вместо этого просто насладиться пикником вот у этой реки. Я точно окунусь. Я 100% окунусь в реке. Ну что, здесь разобьем лагерь? Ну, давай, я просто сюда. Там занято. Ну, мне где угодно, окей. Вот даже здесь, если честно. Опа. Очень скользкие камни, супер скользкие. Ой-ой-ой-ой-ой. Супер. Ой-ой-ой, держи камеру. Хорошо. Окей. Мне страшно. Супер холодно. Да? Ой. Китай. Ладно. До 10? До 5. Ладно. Раз. Два. Нет. 8. Нет. 9. 10. Давай. Ой. Ой. Окей, я так прыгать точно не буду. Тут нет. Да. Давай. Давай. Опа. Ой. Ребят, это то, что нужно в токийскую жару, клянусь. Это супер кайф. Это супер кайф. Да. Ничего, ничего. Как плюхнешься, будет кайф. Давай. До 10. Нет, давай до 5. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Давай сразу обратно, сразу обратно. Ну как? Вот. Супер. А я о чем? О, господи. Вот это я понимаю. Так, первый пошел. Второй пошел. Мы наплавали аппетит и приступим к нашему пикнику. Давай посмотрим, что у нас. Так, еда греется.
Ступай. Очень вкусно. Еще лучше было бы, конечно, сделать на углях. Вот это я понимаю. Отдых на природе. Не очень хорошо. Произошел небольшой инцидент, в результате которого самое худшее, что произошло, ребят, честно вам скажу, я потерял один кусок мяса, который восстановить уже вряд ли получится. В общем, я понял, я нашел слабое место этой сковородки, что, в принципе, неплохой опыт. Нужно из всего извлекать положительный урок, я считаю. Ну что, мы закончили наш пикник. Пойдем еще раз окунемся в реке и поедем обратно домой. Давай, запрем, да, давай. Раз, два, давай, три. Просто потрясающе. Это гениально. Самый кайф – это провести весь день в горах и спуститься сюда к реке в конце дня и окунуться в холодной воде. Мы это в прошлом году сделали один раз. Очень-очень было круто. Вот, но сегодня... Сегодня очень жарко, так что мы просто насладились природой у реки. Да, сделали, приготовили еду, покушали, искупались. Ой, вон как люди веселятся. Ну, действительно, очень хорошее место. Вот. Да, на сегодня, наверное, все. Так что до новых встреч.